Привет, друзья! Сегодня мы с вами разберем, стоит ли переплачивать за премиальную магнитолу или можно обойтись бюджетным вариантом. Сравним их функционал, качество и долговечность. Вы на канале TIS Market, мы являемся флагманским магазином бренда и сервисным центром по установке в Москве. В целом, бюджетную магнитолу можно найти в районе 5-10 тысяч рублей. Премиальные же стоят от 30 и выше, вплоть там 50, 60, 70. А сейчас мы с вами разберем, какой функционал вы получаете при покупке премиального и чего лишаетесь при выборе бюджетной магнитолы. При покупке бюджетной магнитолы вы можете столкнуться с рядом проблем. Несовместимость с автомобилем, плохой интерфейс, неправильный перевод. В целом несовместимость с многими аксессуарами, которые вам в будущем будут необходимы. Ну а также, возможно, отсутствие ключевых паролей для доступа в настройки системы. Давайте сейчас перейдем к сравнению функционала. В бюджетных магнитолах вы, безусловно, получите AUX, Bluetooth и навигацию, но они будут так себе качества. В премиальных же магнитолах вы можете наблюдать такие функции, как CarPlay или Android Auto. Также в большинстве из них установлен DSP-процессор, цифровая обработка аудиосигнала. Ну а также, конечно, экраны высокого качества, которые сохраняют ваши глаза в комфорте и дают им меньше уставать. Важным аспектом является долговечность устройства. В бюджетных устройствах использованы не самого лучшего качества материалы, иногда бывает плохая пайка, склейка, также не пролиты контакты основные, а вы знаете, что в автомобиле может образовываться конденсат, и магнитола просто может замкнуть. Также во многих бюджетных магнитолах вы не найдете кулера, который не дает устройству перегреться. А решетка радиатора вообще исполнена из пластика. О какой теплоотводимости здесь можно разговаривать? Ну и, конечно же, в бюджетном сегменте присутствует огромное количество подделок, очень созвучные даже с нашей маркой TIS, например, TS. И, конечно же, все это приводит к тому, что они служат намного меньше. Они начинают лагать, ломаться, и в итоге вы получаете необходимость купить новую магнитолу буквально через пару лет, а то может быть и меньше. Приобретая премиальную магнитолу за 30 плюс тысяч, вы на самом деле экономите деньги, потому что, скорее всего, она прослужит намного дольше. За срок службы эксплуатации данной магнитолы вполне возможно, вы бы сменили пару-троечку бюджетных магнитол по 5-10 тысяч. Плюс, конечно же, затраты на установку, ваши нервы. Ну и лишний раз разбирать автомобиль сказывается уже на его долговечности. Отдельным моментом отличия бюджетной магнитолы от премиальной является качество материала. Тот же самый экран. Как сравнивать дешевый телефон и качественный Android? Проведите пальцем по одному экрану и по другому, и вы точно почувствуете разницу. А вообще на бюджетных магнитолах вы в целом даже иногда можете встретить пластиковые экраны. Согласитесь, не так уж они и долговечны. Вернемся назад от слова о качестве экранов. В премиальных магнитолах постоянно используется QLED-матрица экрана. В бюджетных же магнитолах вы вообще можете встретить такие экраны старого образца, как TF и TN. Они, безусловно, отличаются качеством картинки, углом обзора. Но ведь согласитесь, это очень важно, при том, что магнитола установлена посередине машины, так еще и может быть под углом. На нее могут падать солнечные лучи, а из-за этого падает сочность и контрастность картинки. Как правило, бренды премиальных магнитол существуют на рынке уже достаточно давно, и их интерфейс претерпел уже не один десяток обновлений. В бюджетных же магнитолах вы можете столкнуться с неудобным управлением, с непонятным языком, ну и в целом с неинтуитивно понятным меню. Скорее всего, в бюджетных магнитолах вы не найдете никаких обновлений прошивок, никакой поддержки технической у вас не будет. Даже, как говорил ранее, кода доступа к заводским настройкам вы не узнаете. Премиальные же магнитолы постоянно обновляются, у них есть техническая поддержка, как минимум от наших менеджеров. Если вам интересно узнать больше о премиальных магнитолах, ждем вас по ссылке в описании. Ну а если интересен бюджет, вот обзор. Среди премиальных магнитол TIS является одним из лидеров рынка. Так почему же? Первое – это развитая дилерская сеть с магазинами и сервисными центрами по установке. Второе – это трехлетняя гарантия от завода-производителя. Ну и третье – это обширная комьюнити с пользователями и представителями компании, которые всегда ответят на любой ваш вопрос по их продукции. Если вы цените хорошее качество звука, хорошую сборку и удобный интерфейс, то премиальный сегмент – это для вас. Ну а если у вас титановые нервы, очень много времени и денег на то, чтобы посещать сервисы, то бюджетный вариант на Алиэкспрессе. Пожалуйста, выбирайте любую. Кстати, не забывайте писать в комментариях, какой вариант вам ближе, бюджет или премиум. Пока-пока, с вами был Владимир, TIS Market.